В IKEA, немножечко там погуляли, сделали покупки, отдохнули. По большому счету пошли просто погулять. Так мне лучше. Или вот так мне лучше. Вот. Но, естественно, не обошлось без каких-то покупок. Нам нужно было доделать окно в Идошкиной комнате, повесить ему что-то красивое. Сначала мы думали повесить блайнд, но сейчас мы решили все-таки повесить просто шторы плотные, которые будут летом. У него солнечная сторона, до обеда очень жарко, а зимой холодно, потому что там, я называю это скворечник, окно достаточно, ну как сказать, оно как бы выпуклое, оно выходит снаружи, как бы выпячивается так из дома, и там нету как бы утеплителя внутри. То есть мы будем утеплять, скорее всего, уже не в этом году, мы не будем этим заниматься, в следующем, но в этом году мы хотим плотные шторы повесить. Так вот, что мы купили. Во-первых, вот наш, я вам уже показываю, как всегда, счет IKEA. Ну, потом можете медленно сделать. Вам все равно ни о чем не скажут эти названия, потому что, вы знаете, у них немножко странные названия свои. Видишь, так, что? $143.35. $16 были налоги. Считайте, $16.50. Так, значит, вот эта палка, на которой мы будем вешать. У нас была палка, но она прогнулась, она недостаточно хорошая для тех плотных штор, которые мы купили. Вот палка, она раздвигается, по-моему, на 3 метра. Вот, значит, потом, естественно, к палке отдельно штуки, на которые прибивать. Почему только две? Обычно, если у вас большое окно, вы возьмете три, да? Две по сторонам и одну посередине, вот эту держалку для палки. Но так как окно достаточно узкое, то нам хватает только две. Потом по краям вот эти штучки тоже отдельно закреплялочки. Потом вот такая вот штора, будет только штора. Вот такая штора. Вот, она плотная, очень плотная, она такая двойная. Не будет тюля у него, будет только штора. Я не помню, сколько она стоила, но вот сам 59,99. Вот, но так как у нас окно получается, ну, все у них 2,50 длина всех штор. Так как мы не будем вешать во всю длину, потому что, естественно, окно, нам нужно только окно, оно как бы как ниша такая внутри стены, мне нужно, чтобы это было короче. Поэтому купила вот такую ленту, то есть это надо либо обрезать, как-то подшивать шторы, а шторы хорошие, поэтому я, может быть, их захочу использовать в другом месте. Короче, я купила, в общем, вот такую вот ленту, клеющуюся 10 метров здесь. Вы вот так вот ее, видите, делаете, проглаживаете утюгом, и оно как бы подшивает, как будто бы вам. Посмотрим, насколько это работает. Эта лента. Вот. Потом я купила, были по скидке, мне сейчас нужно для курток тяжелого, вот деревянные я взяла вешалки за 4,90. Сколько их тут? 4-8 штук. Вот. Потом купила, еще нужны мне детские вот эти вот ложки, хорошо уходят. И еду в школу берет с собой йогурты и вилочки. И Габи кушает 100 раз в день, меняет. У меня есть один такой набор уже, и я купила еще один. Что-то там копейки стоит, около там $2. Вот это я купила. Наконец-то мне нужно под раковину, знаете, вот там, где вот это наша самая неприятная зона у любой хозяйки на кухне. Там, где у нас мусорка под раковиной. Там, где всякие у меня средства моечные, всякое такое лежит. Пришла хозяйка. Вот, у меня там
пока что белый ящик, но я не хочу его, как сказать, засирать. Я хочу, чтобы было аккуратно, поэтому я купила вот такую вот штуку. Вот. Она благодаря... Это, в принципе, это рассчитано на то, чтобы, знаете, стелить, чтобы не падало, чтобы не было скользко. Видите, вот можно на вертушке ставить, чтобы не ездили вещи. Но это также и покрывает, чтобы защитить поверхность. Вот, поэтому я пока что купила одну. Мне на самом деле нужно три такие штуки, но я пока что купила одну под раковину, попробую. Как это стоило что-то около $5. Она как раз мне должна туда встать. А дальше мне нужны были такие защипочки. Я их очень хорошо пользую для разных пакетиков. И для заморозок разных, и для всего. Маленькими меньше пользуюсь, но вот для кофе, для, в общем, любая хозяйка знает, это хорошо. У меня они все в пользовании, я взяла себе еще одну такую, тоже что-то $1.50. Вот это то, что касается вот этого. А теперь еще стекло. Вот у меня стекло в отдельном таком упаковали. Мы определили, увидели с Костей, что у нас достаточно как-то чашки поразбивались. Вообще, с тех пор, как мы стали активно пользоваться посудомоечной машиной, стали биться, просто посуда бьется очень сильно. Я не знаю, с чем это связано. Вот, но, в общем, одним словом, мы решили подкупить немножечко чашек. Эти ихние киевские популярные чашки, как они были по... Сейчас я вам покажу. Они были по 99 центов, но именно в белом цвете. А в других цветах они по $1.50. Габи, осторожно, вот мы купили 4 такие. Габочка, это не трогай. Купила я, наконец-то... Не-не-не-не-не, ты что, это не игрушка. Купила я экспрессо кофе, пресс вот этот, для French Express. Что я говорю? French Press. Все собрала. French Press. Такой чайничек, в нем можно и чай, и кофе. 9,99 я взяла. Мы завариваем, но у нас такой был когда-то. Мы его еще даже с Израиля везли. Он разбился у нас, лопнул. Вот, и такую взяла. У меня есть большие такие салатницы. Я взяла еще одну такую маленькую. Иногда вот я уже несколько купила таких больших. Я в них гостям подаю, чтобы как в наборе вроде смотрелось. Больших у меня есть несколько. Я решила маленькую, там, допустим, если делаем тот же какую-то макалочку. Габочка, ты хочешь это взять? Ту же макалочку какую-то делаем, да, туда какой-то такой дип, то, что называется дип, макать что-то. Или тот же салат постоянно, как называется, который с авокадо острый я делаю. Вот, так оно, в общем, классно получается. Вот, это были покупки. А, это еще не все. На самом деле, еще, Габочка, не надо это трогать. На самом деле, еще две игрушки. Игрушка идет за $20. Она у него внизу, я не буду показывать. Габи выпросила себе вот эту. Обезьянку в честь обезьяньего года. Вот такая обезьянка. Бебезьянка такая она хотела. А у Идо собака. Идоша, покажи мне свою собаку, пожалуйста. О, ну, Габриэль! Куда ты это сняла? Это нельзя трогать. Ты что? Идо, покажи мне свою собаку. Вот какая красивая собака. Нравится, Идоша? Красивая собачка, $20 выпросил. Мы уже сказали, ладно, это вторая собака, которую мы ему в Икее покупаем. Мы сказали, это дешевле, чем живая. Поэтому все, он играется. Это хочет со стеклом играться. Не опрокидывай полку. Она когда злится, начинает все бросать. Вот, вот, псих. Вот так, она нервничает. Она показывает, что у нее нервы. Вот так вот выбрасывает эту кухоньку, все переворачивает. Вот, так что, ребята... Это были наши покупки в IKEA сегодня. Надеюсь, вам понравилось. Нам понравилось. Мы просто отлично провели время. Почему-то у меня лежит не так, как оно должно лежать. Должно быть вот так. Все, всем пока-пока!